Давайте сейчас мы тогда уже выступили две японки. Настал черед трех американских фигуристов. Вот подряд они будут катать свою короткую программу. И первая из них 17-летняя Эмили Хьюз, сестра олимпийской чемпионки Солт-Лейк-Сити. Самый, скажем так, заслуженный чемпионки, пожалуй. Ну, да, это точно. Под музыку Джорджа Гершвина выполняет свою короткую программу «Эмили Хьюз». Не может, потому что здесь самый такой малоемкий каскад, он фактически сорван был. Не было каскада тройной лук, двойной тулуп, что было падение на тройном лукце. И, честно говоря, вот если брать всю эту шестерку, вот эту сильнейшую группу, ну вот что-то такое неуловимое, при желании можно это разобрать, но пока что, ну опять же, все-таки 17 лет Эмили Хьюз, она молодец, только она сейчас катает сейчас. Тут меня может обвинить в излишней нелюбви к ее сестре, но вот она посильнее, пожалуй, ее сестры даже смотрится. Но относительно других пяти фигуристов в этой группе, плюс нашей Елены Соколовой, пока еще все-таки это не совсем то взрослое, ну не знаю, как сказать, не то чтобы чемпионское, но катание призеров, катание сам. Это еще очень детское немножко. Но мы уже говорили о том, что для того, чтобы Елена Соколова не оказалась завтра в последней разминке, в общем-то, не должны были падать участницы, которые сегодня поступили. Может даже и не падать, но все равно великий шанс на то, что Елена ее обойдет. Ну да, но даже если бы не было этого падения, то, конечно, впечатление трудно даже сравнивать.
насколько наша Елена Соколова была лучше и эффектнее. Ну, в общем, по всем статьям она была выше сегодня в короткой программе. Тут все вроде бы правильно, но все равно, опять же, по чуть-чуть не докрутила фильма, не где-то чуть-чуть, но вот опять же, впечатление нет. Где-то, то есть, если здесь разбирать элементы, вроде бы все правильно, вроде бы как программа, она тоже... В целом программа смотрится достаточно спокойно, во всяком случае, воспринимает, без каких-то эмоций. Но в любом случае, кто здесь выступает, очень неплохо. Вот за технику, конечно, этого следовало ожидать. Оценка намного ниже, чем у Лены Соколовой. И она занимает сейчас, проигрывает и той же Саре Майер. Сейчас она мало выступает, она Соколова, и занимается сейчас пятое место. Да, можно уже констатировать, что Елена Соколова завтра будет выступать в последней сильнейшей разминке.